Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале альтернативного блоговидения. С вами Андрей Курейчик. Короткий карантино-блог после разговора с Лебедько. Решил отрефлексировать сразу, отправить в интернет. Поэтому, ну, вот такое короткое, но, мне кажется, важное видео. Значит, смотрите, что вскрылось на этапе подготовки этого конгресса, конференции. Что вскрылось? Что нам пытаются продать? Нам, в смысле, белорусскому народу, людям, которые за перемены. Что нам сейчас пытаются продать? Вот давайте сравним запрос и ответ на него. Запрос был такой. Запрос был на результат. Друзья, 2 года. И пока, к сожалению, мы видим ухудшение, просто реальное ухудшение по всем фронтам ситуации в Беларуси, ухудшение с протестами, их нет, ухудшение с законодательством, страна превратилась в концлагерь, ухудшение с политзаключенными, их стало гораздо-гораздо больше, ухудшение с белорусами за рубежом, они оказались иногда в ситуации просто, не знаю, кого, бомжей или беженцев самого-самого такого низкого сорта. В общем, по всем фронтам. Ухудшение. Ну, никто не скажет, что улучшение. Даже самый-самый-самый большой приверженец Светланы Тихановской, он скажет, что ухудшение просто потому, что... И дальше причины. Ну, окей, принимается. И какой был запрос общества? Запрос общества был очень простой. Слушайте, вот есть огромное количество белорусов. Белорусов. Они хотят объединиться в одно движение. Мощное движение белорусов, мощную организацию белорусов, мощное объединение белорусов, чтобы создать некую общую силу, которая будет действовать сообща, не 5 политиков, не 20, не 30, а миллионы белорусов. И этой силой мы будем давить на Лукашенко. И эта сила будет избирать лидеров, определять повестку, и так как это сотни тысяч, если не миллионы белорусов, то и действие наше будет совместное, огромное. Что для этого надо? Надо учредить нормальное движение белорусов, где каждый белорус может стать его полноправным членом и участвовать, и действовать, и выбирать, и определять. Ну, понятно? Понятно. И такие ячейки этого движения должны быть созданы во всех странах, где есть белорусы. А для белорусов внутри Беларуси должны быть разработаны онлайн-механизмы, как им принимать участие в выработке повестки и принятии кадровых решений. Все. Использовать для этого голос, не голос, ну что-то. То, что есть, то, что и так используют. Вот такой был запрос общества. Какой ответ мы получили от сегодня, вот даже в разговоре с Лебедько, ответ такой: а давайте создадим протопарламент. Ну что такое протопарламент? Это где опять же те же самые политики собираются и занимаются бесконечными спорами. Законов такой протопарламент принимать не может. А какие законы? Что находится на территории иностранного государства? Да, это просто трындеж бесконечный. Не разбавлены ничем, бесконечно трындеж. То есть нам организацию белорусов пытаются заменить на стульчики для политиков. Ну, так себе замена. Как это у Генри говорилось, песок – неважная замена овсу. Ну, мы не хотим это есть, мы хотим то, что мы хотим. Политики и так могут сидеть в рамках этого конгресса или просто, или друг друга в ресторан пригласить, или в офис Светланы Тихановской и все там решать. Это нас вообще не волнует. Нас волнует возможность объединения белорусов и создания силы белорусов. И вот это они не хотят делать. Потому что они понимают, что белорусы, объединившись, уже они, белорусы, будут диктовать политикам повестку, а это политикам не нравится. Уже они будут определять кадровую политику, а это им очень не нравится. И они этого не хотят. И, как видите, торпедируют всеми возможными способами. Они вообще не хотят никакой мощной электоральной кампании, которая могла бы хоть пальчиком тронуть легитимность Светланы Тихановской. Я все понимаю про эту легитимность Светланы Тихановской.
Но нужны институты, которые объединяют белорусов, нужны институты борьбы. Пока таких институтов нет, и создавать их они не торопятся. Друзья мои, что думаете по этому поводу вы? Пишите в комментарии, но я вот считаю, что, знаете, пошел очередной круг обмана, просто обмана, как с этими переговорами был обман чистой воды, стопроцентный. То есть они знали, что никаких переговоров не будет, что они не планируются, что нет никаких сигналов от Лукашенко, что он готов к переговорам. Они это все знали, 100%, и просто вешали лапшу на уши белорусам. Это я знаю, потому что я там внутри этой системы с разными разговариваю, и все прекрасно понимали. Это был обман. Сейчас начинает быть попытка второго обмана. Мы вам протопарламент, который будет состоять из тех же, вот, только в профиль. Но вы, белорусы, остаетесь разъединенными, у вас нет никакой своей организации, у вас нет никакого своего движения, вы не действуете сообща, вы нам не мешаете. Ну, нормально. Как по мне, не очень. Но спасибо, Лебедько, что он хотя бы озвучивает эти коварные планы. Спасибо.